Сегодня мой последний день пребывания в Италии. Завтра я улетаю в Киев. Сейчас я нахожусь в городе Тревизо, и для меня большая честь сегодня находиться вместе с Андреа Занони. Вы все его хорошо знаете. Он депутат Европарламента и работает в Брюсселе. С 26 по 28 июня Андреа Занони планирует посетить с визитом Украину. Я сейчас прошу Андреа обратиться к украинским волонтерам. 26 июня состоится конференция с участием украинских волонтеров и Андреа Занони, над организацией которой я сейчас работаю. Хочу поздороваться со всеми украинскими волонтерами. Вы каждый день на своих местах оказываете неоценимую помощь по защите и спасению наших четвероногих друзей. Андреа Чистернина неоднократно рассказывал мне и показывал видео о том, что происходит в Киеве и других городах. И я понимаю, как сложно защищать животных. Я специально прилетаю в Украину, чтобы поддержать вас в вашей работе, а также для встречи с местными органами власти. Так как я считаю, что работа по защите животных должна быть признана, и признаны все те усилия, которые благотворительный фонд Андреа Чистернино и вы, волонтеры, оказываете на местах и каждый в своем городе по спасению и защите животных. Животные, друзья человека, нуждаются в защите и в нашем внимании.